Приветствую вас. Я думаю, что прямо вот проблема глобально заключается в том, что вы считаете, что если вы старше, значит умнее, мудрее, сильнее его. И момент здесь заключается в том, один из ключевых моментов заключается в том, что вы вообще подумали про силу, вы вообще подумали про то, что вы мудрее, что вы сильнее и так далее, и так далее. То есть удивительно, что вы, в принципе, об этом думали, то есть это для вас имеет какое-то значение, вы сравниваете себя, вероятно, с мужчиной или что-то еще. Ну и, конечно, ваш выбор вряд ли случайный, то есть вряд ли вы выбрали мужчину просто так, скорее всего, вы его выбрали с определенной целью, скорее всего, выбрали его. Его целенаправленно, ну, то есть выбрали такого мужчину, чтобы вот с ним, чтобы вот находиться в такого рода отношениях, в каких вы находитесь сейчас, и это на самом деле, опять же, не есть хорошо для вас, как мне кажется, потому что вы неестественно себя ведете. Вот. Может быть, проблематика в том, что вы, в принципе, боитесь быть слабой. Такое тоже может быть. Это не на 100%, я не убежден в этом, но говорю об этом как о некотором возможном варианте дальнейшего развития событий. Когда ситуация может складываться вот таким не очень хорошим для вас моментом, да? То есть, когда, когда вы как будто бы миритесь, опять же, повторюсь, с мужчиной, вот тем, кто лучше, кто круче, кто сильнее и так далее. Вот. Можно скорректировать подобную проблему, в принципе, научившись общаться более конструктивно, да, вот, с одной стороны. С другой стороны, можно, если у вас есть такое желание, можно поработать с вероятными страхами вашими, вот, и, соответственно, проблематика будет решена в той или иной степени, вот. Как это сделать? Какой конкретно использовать для этого способ и метод, это уже вопрос непосредственно взаимодействия с вами, я надеюсь, вы понимаете. Вот, ну, здесь уже нужно смотреть, какие методы вам будут, ну, подходить больше, да, вот, и, соответственно, уже что-то делать.
из, ну, тут, из вариантов. Соответственно. Вот, это то, что я могу сказать. Ну, в целом отношения можно гармонизировать, конечно. С другой стороны, если человек, я имею в виду мужчина, на самом деле ведет себя таким образом, что ему доверять, ну, как-то вот не хочется, да, то как можно требовать от себя там, того, чтобы общаться с ним по-другому. Вот, может быть, вы просто как-то вот хотите ему утвердиться. Такое тоже может быть, но тут опять же нюансы, есть нюансы, и нужно смотреть, насколько это правда. Ну, то, насколько это вот справедливо по отношению к вам. Вот. Да, то, что я могу вам сказать сейчас, на данный момент, вот, то, как мне это, ну, как мне это видится, ситуация. Вот, я могу ошибаться, я не претендую на истину, вот, сейчас я просто хотел бы, вот, чтобы вы получили какую-то обзорную такую информацию об этом, вот, и уже потом решили, что с ней делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи.